Их мало, но водители их знают в лицо. Так можно сказать о специалистах из Управления транспорта и связи города. Контролеры проводят проверки на остановках без предупреждения. Обращают внимание на все, вплоть до внешнего вида водителей. Но начиная с этой недели у проверяющих появилась еще одна задача. Добрый день, администрация города Сочи, Управление транспорта и связи. Предъявите, пожалуйста, ваши билетики. Нет билета у пассажира – штраф водителю. По правилам, и об этом есть информация во всех автобусах, при оплате проезда пассажиру обязаны выдать проездной документ. Сочинцы к этому относятся по-разному. Мне какая разница, дают мне билет или нет вообще-то. Есть порядок, значит, нужно получить билет. Ты отдал деньги, получил билет. Пассажир не взял билет, значит, помог водителю скрыть выручку, уверены в управлении транспорта. Поэтому во многих городах России общественный транспорт убыточен. Сочи не исключение. Муниципальное автопредприятие не может заработать даже на зарплату водителям. По проверкам моих сотрудников, я скажу, 90%, и это, честно говоря, тут, наверное, и все жители это поймут, 90% пассажиров, они не получают билет. Банально не получают, не хотят получать билет, а водитель не дает. Соответственно, это подвигает, так скажем, к хищению выручки. Да? Если вы будете постоянно контролировать на линии, пассажиры одни и те же, они привыкнут и будут понимать, что в любой момент они могут оказаться зайцами, если они не взяли билет. И за это будут подвергнуты штраф. И желание у наших пассажиров отпадет создавать условия, при которых водитель сам ворует. Кстати, билет – это документ не только строгой финансовой отчетности, но и своего рода договор с автопредприятием на случай ДТП, который нужно сохранять до конца поездки. Охота не только на водителей, но и на так называемых «зайцев» активизируется в ближайшее время. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.